Доброе утро, Тамбов! С вами Олег Рожков. Сегодня наш выпуск будет не совсем обычным. Мы не будем вам рассказывать о том, как правильно запечь утку к новогоднему столу или чем себя развлечь в холодное время года. Нет, но зато те крутые люди, с которыми я и вы успели познакомиться в нашей программе, это йоги, веганы, журналисты, музыканты. Сегодня все они просто хотят поздравить вас с наступающим Новым годом. Всем привет! Мы Люда и Настя, и в этом году мы показывали вам, как готовить веганский завтрак. А сейчас мы хотим вас поздравить с наступающим Новым годом. Пусть в новом году исполнится ваше самое заветное и рискованное желание. Не бойтесь брать ответственность за свою жизнь. Будьте честными сами с собой. Пусть этот год будет годом любви и уважения к себе. Заявляйте о себе миру. Будьте счастливы. А я, в свою очередь, хочу пожелать вам здоровья во всех аспектах. А еще в 2020 году я желаю вам исполнять не только свои желания, но и стать Дедом Морозом для того, кто сейчас рядом. Мы две сестры. Таня. Катя. В этом году открыли гончарную школу в Тамбове и познакомили вас с гончарным ремеслом. Мы поздравляем всех тамбовчан с Новым годом и желаем больше искать себя в творчестве. Приходите к нам, творите вместе с нами. Больше отдыхайте, любви вам, занимайтесь творчеством и всего хорошего. Каждый может стать творцом. Всем привет, я Владимир Крюков. В этом году я вам показывал уроки самообороны в одном из выпусков вашей программы. Сейчас мне хочется вас поздравить с Новым годом, пожелать вам сил, успехов, здоровья, чтобы вы были всегда сильны и напористы в своих целях. Ос! Всем привет, я Виталий Полоз. В этом сезоне мне повезло посоветовать вам, как бороться с осенней хандрой. Ну вот, осень, слава богу, закончилась, хотя погода еще не зимняя, но мы все ждем наступления Нового года. Почему? А потому что это та граница, которая делит мир на то, что было, чтобы все неприятности остались в прошлом году, а все хорошее случилось в году будущем. Я хочу вам пожелать не просто счастья и здоровья, а такое английское пожелание рокерское – keep on rocking, что значит держите всегда себя в форме и никогда не унывайтесь. Как говорится, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Всех с Новым годом! Привет! Меня зовут Даша, и я инструктор по аэро-йоге. В одной из передач я рассказывала о том, как пробуждаться с помощью йоги и насколько это эффективно. Сегодня я поздравляю вас с Новым годом. Я желаю вам достижения целей. Я хочу, чтобы все ваши желания исполнялись, чтобы вы всегда стремились к тому, что могло бы вас сподвигнуть на развитие. И всегда оставаться в хорошем настроении, с позитивным состоянием ума. Дорогой Тамбов, с наступающим Новым годом и Рождеством! Счастья, здоровья, благополучия в Новом году! Всем привет! Мы группа FM Music Band. В одном из выпусков мы рассказали вам, какую оригинальную песню можно исполнить вместе на Новый год. Рождественских снежинок нет. Такая вот погода здесь.
песен норы лезь. С Новым годом, крошка! С Новым годом! А теперь, когда Новый год совсем уже близко, мы хотим пожелать вам побольше волшебства детям, взрослым и пожилым людям. А я вам желаю, чтобы ваш следующий год был таким же насыщенным и густым, как моя борода. С наступающим Новым годом! Прекрасные поздравления, если честно, что-то оригинальное, даже сложно уже сюда придумать, поэтому буду краток и от себя добавлю. Желаю вам физически цвести и духовно расти. С вами был Олег Рожков, я отправляюсь на поиски новых интересных сюжетов для вас. Всего доброго, с наступающим!